150 миллионов рублей могут направить на развитие промышленности Севастополя. Об этом шла речь на заседании местного правительства. Городские власти участвуют в конкурсе Министерства промышленности и торговли России, выиграв который, можно получить субсидию из федерального бюджета. В прошлом году Севастополь потратил 50 миллионов рублей на помощь региональным предприятиям. В 2022 власти рассчитывают освоить сумму в 3 раза больше. Для этого местные чиновники внесли изменения в государственную программу по развитию промышленности в Севастополе и увеличили софинансирование на 2 миллиона 900 тысяч рублей. В прошлом году из местного бюджета было выделено 5 миллионов. Ранее при подаче заявки можно было подать соответствующие обязательства по увеличению софинансирования, но они рекомендуют, чтобы сразу в госпрограмме эта сумма была отражена, чтобы наши шансы на получение соответствующего финансирования были более высокие. Поэтому, это фонд развития промышленности? Да, мы эти деньги закладываем на фонд развития промышленности, то есть здесь 150 миллионов из федерального бюджета, у нас заявка идет, и 7 миллионов 900 тысяч рублей из регионального.